В Калининградскую область отправили три истребителя МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны России. Оружие перебазировали на аэродром Чкаловск. На месте организуют круглосуточное боевое дежурство в рамках стратегического сдерживания. Дислоцированные ракеты способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли. В том числе авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Отмечу, ситуация вокруг Калининграда накалилась в связи с ограничениями железнодорожного российского транзита через Литву на фоне вооруженного конфликта между Россией и Украиной.